Столкнулись с проблемой, поломался кондиционер. В общем, отапливались мы кондиционером. Все было хорошо. Поломался кондиционер, температура упала до 10 градусов. Естественно, весь процесс остановился. Улитка питается, она чувствует себя комфортно, но вот так вот. Поэтому отремонтировали, поставили новый блок, все хорошо. Сейчас будем смотреть дальше. Но, тем не менее, хочу вам сказать, что инверторный кондиционер, в принципе, дает качественное отопление в помещении. Единственное, что он должен дуть вниз, не проветривая лотки с улитками. Вот так вот.